Всем ночи доброй, дорогие друзья. Сейчас по просьбе женщин, которые меня просили, минуточку, я возьму зажигалку. Мы сделаем такой ритуал, вызов мужчины на колоду карт. Я не знаю, я постаралась настроить видео, чтобы вам было видно. Та камера стоит неправильно, подставку я купить забыла. Но это не помешает мне сделать данный ритуал никаким образом. Уже женщины, которые смотрели, видели, да, как я работаю, они знают, то есть, что нужно делать. Сейчас, в данное время, вот тут у нас дары бесам, да, с кровью мяса у нас уже такое, прямо говядина, да, она уже вся. Я ее специально разморозила. То есть мы будем делать вызов мужчины через бесов, да, то есть, ну, женщины, которые хотели сами сделать этот вызов, я им говорила, что делать этого не нужно, потому что тут должна быть наработка с бесами, с, там, да, вот, как бы здесь, ну, простой человек сделать не сможет. То есть тут уже нужна проработка с бесами, работа, связь с бесами. Сейчас мы будем делать вызов мужчины на карты. На карты. На 666. И мужчина явится к вам. Но единственное, что... Черт, блядь. Единственное, что мы оставляем откупы, да, сами знаете. Тут камера так близко очень, да, видна, но ничего страшного. Суть вы знаете. Мы сейчас будем вызывать мужчину на порог. Это не приворот, но мужчина к вам явится. Уже как у нас горит свеча, да, она готова уже у нас. Там, так, немножечко отодвинем. Это очень сильный вызов, подойдет тем, которые не общаются или же по каким-то причинам не могут увидеться, да, то данный вызов поможет мужчину притянуть. Мужчина явится к вам на порог. Придет мужчина, да. То есть мы будем работать сейчас через бесов на 666. И мы работаем только с откупами. То есть после этого вызова мужчина начнет скучать, думать о вас, переживать, искать встречи, не находить себе места. Вызов нужно посмотреть до конца. То есть вызов очень сильный, и этот вызов вызовет у мужчины чувство тоски и чувство желания быть с вами. Ну, на какое-то время, да, даже если вы поссорились. Потом мы сделаем еще там другой вызов, да, тоже женщины просили, но не все сразу, не все сразу. Называете имя мужчины и будем работать. После вызова оставляем откупы. Если вы уверены сами в своих силах, оставляйте, но если нет, лучше оставить через практику. Если вы знаете, как работать по всем правилам, а не кидать просто... на дорожке где-то, да, вот, или же зарывать в ямку, то есть как любят это делать тут люди, то, ну, давайте, если вы можете, если вы уверены в своих силах, да, терзайте, как говорится. Если нет, лучше оставить через практику. Вот у нас свеча горит, все, поехали.
Вы сейчас не нужно там к имени как-то, да, подстраиваться, только там думайте о мужчине. Если видео прекратится, это ничего не значит. Села зарядка или же отключилась, а вызов все равно сработает с момента того начала, как вы стали смотреть. Так, значит, смотрите, еще такой момент. Женщины, которые говорят, вот, а вы имена там читаете, там, то Петя, то там Миша, Слава, Ахмед, какой-то там, вы слышите, наверное, имена, да? Ну, смотрите, эти имена на вас не влияют. Эти имена мужчин, моих клиенток, то есть с их позволения. Конечно же, вы концентрируетесь только на того мужчину, на которого вы хотите, чтобы заклятие легло. Данный вызов очень сильный, и этот вызов влияет на мужчину так, что мужчина начинает вас вспоминать, думать о вас. Это не приворот, но тут работает с бесами. То есть, и здесь именно на мужчину будет давить тоска, как плита надгробная. Многие женщины его как-то, да, пытались сделать сами, но я не советую, если нету наработки с чертями и с бесами, этого не нужно делать, это ничем хорошим не закончится. Вообще не понимаю женщин, которые, не зная техники работы в мире эзотерики, да, так будем выражаться, лезут
что-то делать или пытаться, это очень серьезно на самом деле. И я хочу сказать, что вот это черный вызов. Этот вызов не мой авторский. И вообще я вам открою секрет, что практики сейчас мало кто работает по своим методикам работы. Я выкладываю свои методики, но я пишу, где мое авторское, а где нет. В этом нет никаких проблем. Этот вызов есть на просторах интернета, но делать его должны мастера, которые все-таки имеют наработку с бесами, с высшими силами. Да, определенно. Поэтому того мужчину, которого вы здесь назвали, загадали, там, произнесли его имя, да, грубо говоря. То есть он явится к вам на порог, да, он придет к вам. Вот. Но единственное, что не забывайте про откупы. И здесь, конечно же, если вы не оставите откуп, он может сработать. Вы смотрели его, да, сейчас. Но тогда надо будет уже другой откуп оставлять. Вот, уже там монеты не прокатят. Там уже посерьезнее. Поэтому если вы смотрите какие-то ритуалы, вы находитесь в энергиях этого ритуала на данный момент здесь и сейчас. Вот как Таро, да, вы открываете вот на данный момент здесь и сейчас. Сколько бы ни было лет видео Таро, да, ну вот расклад я имею в виду, оно актуально для вас на данный момент здесь и сейчас. Также и это видео с вызовом. Если вы открыли этот вызов, значит, вы не просто так сюда пришли, это видео вам нужно было, значит, ну, высшие силы дали вам возможность вызвать своего мужчину, да, вот, ну, или бывшего. Тут даже на женатых влияет, мужчины на женщин могут смотреть, проблем нет. Просто мы работаем по всем правилам, да, вот, высшие силы за буханку хлеба не работают, тем более бесы, да, и темные силы. Все, я всем желаю добра, всего хорошего. Ждите своего мужчину. В течение 3 дней он придет. Я все закляла. Всем пока. До свидания.